героическими даже только усилиями мы шкура лага смогли перекрыть полностью все штрафы. Вот штрафы, я смотрю, до сих пор марафоне Ляраке Лема, Шала, Лахразолсен. Если вот даже элементарно, как мы и хотели, да, вот этим вот символическими 10 рублями символизировать каждого крымского татарина, который разделяет эту борьбу, эту боль, то, в принципе, мы можем увидеть, что их очень много. Сегодня уже больше 850 тысяч. Если вы помните, такая волна штрафов была, около 100 человек или более 100 человек после событий 3 мая были оштрафованы. Тогда частично собирали, кто-то был вынужден оплачивать сегодня, то сегодня мы показали, что народ, как бы его сознание, его понимание просыпается, и действительно мы понимаем, что вот в такой ситуации ничего точно бояться не надо, ситуация предельно ясна сегодня. Четко прогнозируем, что ситуация не поменялась, отношение со стороны властей к крымским татарам, к мусульманам остается прежней, и со стопроцентной уверенностью можно прогнозировать, что в будущем появятся новые какие-то претензии, мягко скажем. Сначала я приехал с Кировского, как бы представляю нашего брата Умира. Он сегодня находится, как бы, ну, не сказать, что в тяжелом положении, но здоровье, конечно, у него хорошо пошатнулось. Что было до прихода, да, этих ребят и что стало после, да, посещения этих людей. То есть разница очень большая, очень огромная. Очень многие люди ошибаются, думая о том, что их семью это не коснется. К сожалению, сейчас мы, ну, живем в такое время, что, ну, абсолютно сегодня, завтра, послезавтра к каждому в дверь могут постучаться. Хочется сказать, чтобы не боялись. Мы все равно должны стоять на своем. Мы все равно победим. Очень внимательно относитесь к тому, что у вас публикуется в социальных сетях. В пятницу я ходила на свидание. Он всем передавал салам алейкум. Очень рад, что мы так собираемся и что мы друг другу помогаем, решаем наши проблемы, что мы не отворачиваемся. Вот. Голодовку он свою попросил. Как раз в этот день, в пятницу, 11 числа, он прекратил голодовку, но он сказал, что она не последняя. Вот. У нас в общей сложности больше 160 судебных заседаний прошло, опросили больше 200 человек, потерпевших, свидетелей, защиты, обвинения. Среди них были достаточно одиозные личности. От Ахтема всем хочу передать большой привет. Отдельно я хочу поздравить тех наших ребят, которые находятся сейчас, к сожалению, не с нами. Большой вам привет от нашего джемаата, от всех крымских татар, от всех мусульман. Держитесь, повайте на Всевышнего, и следующий Курбан-Байрам обязательно отметим вместе. Курбан-Байрам, ладно, стоит. Аллах, халя, бутым япхани, бадетлерин узна, дуалар узна, ажилитке базанларын, ажилыкларын кабул этсин. Всех мусульман Крыма хотелось бы поздравить с наступающим Курбан-Байрамом. Хочется пожелать нашему народу в первую очередь терпения, чтобы с достоинством мы прошли все эти испытания и иншаллах с помощью Аллаха. Келечек делал бізде иншаллах, все жақсы кечсін, байрам имени всех матерей жен, политзаключенных, хотим выразить благодарность всем людям, которые нам помогают.